В ее глазах загадка. Она красива и соблазнительна. Эта девушка может свести с ума любого. Но ей не до обольщения. Она боец секретного отряда милиции «Омега». И спецодежда сидит на ней не хуже мини-юбки. Ее настоящее имя – Вероника Грекова. Ее цель – борьба с преступностью и наркоторговлей. Стоять на месте! Да, по моей душе пришла! По твою душу другие пришли! Надо уходить, они уже здесь! Ей под силу внедриться в любую среду и перевоплотиться в кого угодно. Но ее постоянно мучает совесть, потому что приходится обманывать людей. Я плохой опер. И мне противно манипулировать людьми. Ничего. Привыкнешь. Общение с ней всегда неожиданность. Ее слово – закон. Я не принимаю твою отставку. Леонид Юрьевич, все уже решено. Я обычная женщина, и эти игры не для меня. Я выхожу замуж, стану матерью. И вы не имеете права мне это запретить. Отец Вероники Антон Павлович Греков, сотрудник милиции в отставке. Вика искренне его любит, не догадывается, что он главный злодей, за которым охотится Омега. Это моя маленькая дочурка, капризуля, которая не слушает свою папочку и продолжает служить в органах доблестной милиции. Угадал. Ее любит Степан, лучший из Омеги. Он готов предложить ей руку и сердце. Вика, выходи за меня замуж. Степочка, это так неожиданно. Но Степа слишком предсказуем для Вики. И одна встреча меняет многое в ее жизни. Отлично танцуешь, Люк. Ты кто такой? Я Александр. Александр Демид. Запомни, Пушка. Вика подозревает, что он замешан в криминале. Понимает, что он ей не пара, но ничего поделать со своими чувствами не может и готова идти за Демидовым в огонь и в воду. Нам нужно выбираться отсюда, вставай! А не подумай, что засада, уходи! Я не куда без тебя, не уйду, слышишь? Она привыкла быть рассудительной, но с ним теряет рассудок. А ты где собираешься спать? С тобой. Останется ли Вика с надежным и верным Степаном, или выберет Саню, смелого и непредсказуемого парня? Одинокие и чужие.